Медицина станет доступнее в строящемся микрорайоне «Север-1». Региональные власти рассмотрели варианты создания здесь лечебного учреждения для взрослых и детей. Предполагается открыть офис врача общей практики на площадках одной из новостроек по улице Ипподромной. В строительном плане 1500 квадратных жилых метров. Микрорайон планирует застроить до 2020 года. Однако за медицинской помощью местным жителям пока приходится обращаться во вторую городскую поликлинику. Детей принимают во второй поликлинике в центре города. Новое подразделение должно разгрузить эти учреждения, но прежде всего сделать медицинскую помощь более комфортной и доступной для самих пациентов. Полноценные две поликлиники открывать здесь нет необходимости. А вот, допустим, рассмотреть вопрос открытия офиса врача общей практики и несколько кабинетов приемов участковых педиатров и каких-то узких специалистов для того, чтобы дети могли проходить здесь полноценную диспансеризацию. Вот этот вопрос сейчас обсуждается. И молодые семьи здесь покупают квартиру с маленькими детьми. Поэтому мы хотим, чтобы именно для семей с маленькими детьми, семей с детьми до года было здесь комфортно. Предполагаемую площадку будущего офиса осмотрели губернаторы и представители профильных министерств. После технических доработок помещения, а это более 1000 квадратов, начнут ремонтировать и оснащать оборудованием. Региональные власти планируют открыть новый офис врача общей практики уже зимой.